Юные журналисты в гостях у ветерана. В пятницу активисты слета начинающих журналистов Ульяновской области, которые в эти дни проходят в лагере «Юность», брали информацию для своих газет и телепрограмм у ветерана Великой Отечественной. В преддверии годовщины начала войны ребята вручили подарки и цветы Александру Мирюшову, а тот, в свою очередь, с удовольствием поделился с юнкорами своими воспоминаниями.